Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы решили взять интервью у нашего дорогого, уважаемого, постоянного клиента, выразить им слова благодарности. Это у вас уже, ну, 10 или даже больше, мы уже потеряли счет машина. Сегодня вы забираете у нас вот такой замечательный автомобиль, 22 куба на базе КамАЗа. Ну и хотели бы вот прямо спросить вообще, почему вы такой, в который раз выбираете вот именно эти машины, чем они вас, так сказать, привлекают, что в них больше всего нравится и вообще устраивают они вас? Ну, здравствуйте, дорогие телезрители. Во-первых, мы с ИК «Града Н» Ростовской области, города Новочеркасска, региональный оператор. У нас очень большие объемы почти по Ростовской области, и мы очень много перепробовали всех мусоровозов. И остановились вот в городе Владимире. Максим, как вам сказать, собирает эти мусоровозы. Да, действительно, и остановились на нем, потому что этот мусоровоз, эта установка, она просто берет и работает. Она любые баки поднимает. Любой мусор, деревья, даже бетонные подоконники, люди, ну, кидают все. Просто работает исключительно. Установка вот эта не мусорит она. У нас грузчики даже не подметают. Берет все чисто. Любую мульду тоже поднимает. Ну, там, если есть какие-нибудь искажения, цепями можно подрегулировать, и будет все шикарно. Вот именно на этих мусоровозах мы и остановились, потому что они работают. Ну, к слову сказать, опыт очень большой. У тебя, ты вот сколько уже на мусоровозах работаешь? Ну, уже 18 лет. 18 лет, причем это, грубо говоря, и днем, и вечером, и в несколько смен, и есть из чего... С чем сравнить, и это все ежедневная эксплуатация. Если мы, допустим, как завод, мы учимся во многом. Вот спасибо большое Владимиру Сергеевичу, вообще компания «Каградэн». Они нас учат. То есть вот даже сегодня он приехал, мне говорит, там машина всем хороша, но, допустим, нужно где-то освещение добавить, если в ночное время работаешь, там еще что-то. И мы, у нас такой тандем создался, то есть мы используем их опыт на благо, ну, продукты, и им хорошо, то есть они его используют, ну, грубо говоря, еще лучше становится машина, да. И мы чутко реагируем, то есть вот буквально на какие-то малейшие там нарекания, пожелания, мы сразу это внедряем у себя, потому что ну, нет предела совершенству, и мы хотим дать клиентам лучший продукт. И вот, ну, каждое наше движение, каждый наш рабочий день, он пронизан именно этим. Вот. И еще раз говорю, низкий поклон нашим постоянным клиентам за оказанное доверие, потому что, ну, немногие нас знают в Российской, вот, ну, в Российской Федерации, да, но те клиенты, с которыми мы работаем долгие годы, у нас есть в Ростовской области, вот, ЭКОГРАД, там, в Набережных Челнах, ну, есть по стране у нас наши постоянные клиенты, и мы с ними, ну, грубо говоря, идем в ногу, и постоянно они нам говорят, что нужно улучшить, мы как бы это воплощаем в жизнь, вот, ну и стараемся как бы, да, вот, улучшить наш продукт. Ну, а вообще вот так вот загрузчик, то есть у тебя все баки, все ты берешь, вопросов по нему вообще никаких. Ну вот, кстати говоря, чтобы не быть голословным, вот это ноу-хау от дяди Вовы, кстати говоря. То есть сделано как раз для того, чтобы брать старый советский бак. А машины у вас работают в основном, как я понял, по области, то есть где старых контейнеров очень много. Да. И вот дядя Вова нам, как сказать, идею закинул, мы реализовываем. То есть вот эта машина, помимо евроконтейнеров, берет 0,8 контейнера. Любой бак, любой изломанный, он не изломанный, он любой бак возьмет. Просто нет вопросов. По грузоподъемности загрузчика не было никогда проблем. Любой контейнер был поднят и опорожнен, так сказать. Я надеюсь, что люди будут доведут до совершенства. Просто человек придет, сядет и будет работать, не доводя его ничего. Просто будет работать и отдыхать. Но еще, конечно,
Вопрос эксплуатации, вопрос квалификации очень важен. Вот именно у человека, когда есть опыт, 18 лет за плечами, да, это, грубо говоря, наверное, все-таки, если более худший продукт, это дает преимущество, да, то есть, когда хорошая машина и просто огромный опыт у человека, но он просто отдыхает Да, практически. Вот. По прессу, то есть, что скажешь, пресс, ковш, плиты, пресс, все пресс жует. вообще жует все, даже бетонные плиты, ну их надо покусать понемножку, все берет идеально. Любые ветки деревьев он просто ломает, он как спичку, раз и нету ее. Мульда, вот этот портал. Мульда, любую мульду возьмет. Ну я говорю, ну просто мы брали 3 месяца назад машину, я ж ни разу на таких не работал. Я просто сел и удивился. У меня грузчик стоит, говорит, я говорю, а что мне, говорит, делать? Я говорю, смотри, радуйся, я говорю, потом у тебя не мусорит, говорю, а убирает все чисто. Вот так. Понятно. Аутриггеры, то есть вот ты мне тогда рассказал, это ваше ноу-хау, что вы там колеса можете на ней поменять без шиномонтажа, без Да, домкратов. элементарно. Домкрат нужен только под переднее колесо. Сюда ставим Да. чурбачок. Он его завешивает, сразу 2 моста, или там балансиры подтянуть, или редуктор поменять. Вообще слесарям хорошо. Он даже поднимает, вот он полон нагруженный, ставишь 2 чурбачка от дерева, он поднимает, вывешивает колеса по коридору, откаты поставили, все, делай, что хочешь. Открутил, закрутил, 3 секунды, все, опять опустил, вот это вообще удобное. Кстати говоря, обрати внимание, они стали регулируемы по высоте. Да, я вижу, что вот Если это вот. вдруг тебе что-то не понравится по высоте, ты сможешь 4 болта Я открутить понял, и нет, да, порегулировать. те на первый этаж. Да. Теперь вообще, блин, ну просто А, песня. крылья, это тоже от дяди Вовы ноу-хау. То есть мы раньше ставили вот такие полукрылки, те 4 штуки. Сейчас как бы ставим одно целое. Это вот опять же от уважаемого Владимира Сергеевича. То есть он нам посоветовал. Он говорит, заезжаешь на полигон, зацепляется мусор, крыльев там через пару-тройку заездов Все, их нету. нету, она вырывает. Сделали целиковые по заказу. Нравится? Да, вообще, Хороший просто крылья. красота, просто красота. Вот. Ну, в принципе, чего? Прессует она у тебя сколько, расскажи. Ну, вот самое большее, мы прессовали его, когда шел дождь, мы напрессовали 16 800 чистого Это мусора. 22 куба. Вот, ну, та же тоже была Да, такая, вот 22. 16 800 мы напрессовали мокрого. Вот. Ну, просто выходит брикет. Напрессовал, форма кузова вышла и все. Ну, от времени года оно, конечно, Ну, оно, меняется. да. Морфология мусора разная, но в целом. Да. Ну, в целом сухого мусора идет 14 800, 15 до 15 с половиной он. Сухой мусор, как он прессует. Можно, конечно, его напрессовать еще, но. Но у тебя там уже вот на той машине, которую вы брали, там у вас 65-115 шасси. Ты говоришь, там шасси уже тяжеловато. Да, на 115 там для него тяжко. У вас пустая масса, что-то 15 или 17 там. Пустой он тут весит ровно 17. Ровно. Ровно 17. Ну, плиту оставлять на месте. Вот чисто лопатой, прессом он напрессовывает 12, 12400, 12,5. Уже идет 4 тонны перегруза. Он 25-200 идет. А ты еще выталкивающей плитой А я поддавливаешь? его. У меня есть такие дни, когда надо забрать все, потому что расстояние большое, просто в сутки не уложишься. Логистика. Да, просто чтобы в один рейс сделал ты его и все. Там остается одна мульда, она не лазит, но там она засидела. Вот для чего его и в один, в 2 дня его. Ну, в общем, ты приехал, у тебя была на 115-м КамАЗе полная масса 32, ты мне, по-моему, сказал, да, или 33 тонны. Было 32 800 на Вот. той. То есть Ну, перегруз где-то порядка 8 с лишним тонн. да, тяжело. И после этого вы как бы поняли, Да, что не надо другая. шасси Да, 6520 брать. потому что шасси то слабое, ось балансира очень слабая. Вот, потому что она идет, Не цель. но она не. Не пойдет, да? Да. Понятно. Ну, эта машина, в принципе, это шасси, у него как А раз это вот я уже 33 пролез, полная. посмотрел, ну все так. Должно бить, Да, реализоваться все полностью, вот все теперь оно соответствует. возможности. Шасси то,
установка та, вот теперь просто работа и все. Понятно. А вообще у вас как бы с директором мы общались, сейчас же плановое все равно обновление автопарка, да, и как бы постепенно вот все те машины, которые вас, ну, не устраивают, уже неэффективные, ну, вы... Да, я не хочу никакой рекламы давать. Были у нас, не буду называть фирмы других, фирм приезжали, показывали, поехали в одной, напрессовали ее, я не буду говорить, какая фирма, начали лопатой толкать, она у них выскочила. Перекос, да, выталкивающий? Да, и наш многоуважаемый Николай Сергеевич Филоненко сказал, езжайте, говорит, с Богом, перекрестил их, и они к нам уже не приезжают. Ну, понятно. Он просто понял, что вот это... А добра добра не ищет. Да, 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 да. В принципе, ну, финансовая составляющая, это, конечно, ну, за рамками нашего диалога, но я просто с позволения наших телезрителей скажу, что, в принципе, по цене эта машина, она, ну, практически в одни деньги, что и отечественный автопром наш, ну, отечественный кузов. Но при этом, вот со слов водителя, который ежедневно работает на них, уже 18 лет. У него... Это не рекламный ролик, ничего. Это просто на самом деле она берет и работает. Действительно работает. Ничего не гнет и не ломает. Просто работает. Если что-то непонятно, Максиму сразу позвонит. Трудись. Дураком помрешь. Все равно всего не узнаешь. Так что... В общем, спасибо большое за доверие. Спасибо. Будем спасибо. Вас радовать новыми хорошими машинами. Город Владимир, будьте здоровы.